Глава Анапы Сергей Сергеев вместе со своими заместителями проехал по городу и оценил подготовку к новому сезону. Оценка службам неудовлетворительна. Нарекания главы вызвали многие территории. Первой остановкой стал участок территории в районе магазина «Хозтовары» на улице Крымской. Участок в центре города в одной части выглядит очень достойно, поэтому на этом фоне так бросаются в глаза ямы и ухабы у здания. Что мешает? Или не подчиняются, или не хотят, или нет денег? Скажите мне причину. В чем причина? И вот если он хочет, чтобы здесь шлагбаум был, чтобы у него здесь передох, и там был порядок, все, пусть он вот это возьмет на себя и вот эту клумбу застелит газонной травой. А вот это содержит. Примером для подражания глава назвал благоустройство территории вокруг остановочного павильона на Анапском шоссе. Предприниматель создал здесь целый сквер. Из хвойных саженцев ведут укладку пешеходных дорожек. Ну и что, Алексей Васильевич, красиво? Очень? Вот, кто это? Ну пригласите, спросите, поблагодарите человека, узнайте, почем брал, вам не интересно, понимаете? Он мог этого не делать, и он, я уверен, здесь и газонная трава будет, все будет. Выясните сейчас мне, кто это, и я хочу, не к себе приглашайте, а сюда, к нему, приедьте и поблагодарите. После рейда наша съемочная группа встретилась с хозяином этого участка. Вы знаете, несколько дней тому назад, ну, где-то, наверное, 4 или 5 дней тому назад я поехал в Геленджик и увидел все так красиво. Как-то задело за душу, почему в нашем городе не должна быть такая красота. Мы ведь находимся на виду, это курортный город. Всероссийский курорт, это, я думаю, жители, которые приезжают, должны видеть очень образцовым, хорошим городом, озелененным. Тогда будет поток туристов в наш город устремляться. Ну, в общем-то, это долг и обязанность каждого гражданина города – приукрасить свой родной город. Начинаем от спуска, вот от поворота, от того. И пошли в эту сторону. 1000 кипарисов должна быть через 2 недели. Тис, можжевельник. 1000, подчеркиваем. Выбираем отрезки. Здесь не надо, здесь зелень. Если мертвое дерево, убираем, на его месте сажаем. Пример рачительного отношения к зеленым зонам и угловые территории по улице Солдатских матерей. Добросовестные предприниматели ухаживают за газонами. Высадили кустарники, благоустроили газоны. Но такое отношение не у всех. В плачевном состоянии территория заправки «Уфимнефть», а напротив нее еще один разбитый пятачок. Серьезное замечание и к строителям. На углу улиц Парковой и Маяковского горе-мастера заградили стройку так, что пешеходам впору летать. Самое большое разочарование понедельника – состояние набережной. Я вас предупреждаю, сегодня это последняя наша поездка. Больше я с вами ездить не буду. Неприкасаемых у меня нет. Вот за это я буду выгонять с работы. Каждый день сюда выходить, там, где люди у нас ходят. Вот это вот, это что за позорище, а? Что это такое? Это клумба в центре города-курорта. Глава распорядился срочно объявить конкурс и пригласить озеленителей из других городов, если местные не справляются с объемами или не хотят работать. На работу над ошибками глава Анапы отвел подчиненным срок до пятницы. 18 апреля он пообещал проехать по тем же адресам.